Выход игры Last of Us на ПК перенесли на конец марта. Ребят, всем привет! Актуальные новости для тех, кто не в курсе, ну и для консольщиков, которым уже просто плевать на эту игру. Короче, выход Last of Us на ПК перенесли на месяц. Ожидалось, что игра выйдет на ПК 3 марта, но буквально вчера Naughty Dog заявили, что требуется дополнительная полировка и то, что они хотят игру представить в максимально наилучшем качестве. Разумеется, я в это просто не верю. Естественно, что это связано с сериалом Last of Us, а точнее с успехом сериала Last of Us. Конечно, я понимаю, это многим не понравилась третья серия, но мне, кстати, она понравилась. Но все равно, сериал бьет все рекорды, и, скажем так, сериал очень-очень хорошо поднял продажи игры на консолях PS5 и на PS4. И после этих новостей, что после того, как вышел сериал, на консолях PS4 и PS5 очень сильно так взлетели продажи игры, тут сразу становится понятно, основные причины переноса игры на конец марта. Тут все очевидно, ребят, на ПК просто не будет столько продаж, сколько на консолях PS4 и на PS5. Учитывая, что, во-первых, на ПК, естественно, никто не будет игру покупать в таком количестве, потому что все скачают игру с торрентов, потому что там не будет никакой защиты, и как было с Человеком-пауком, как было с остальными эксклюзивами Sony, игру просто через 2 часа сольют на торренты, и все ее скачают, и купят только, ну, скажем так, фанаты. Ну и также не стоит забывать, что игра на ПК в принципе стоит дешевле, нежели чем на PS5 той же. И тут Sony просто выгоднее не выпускать пока что игру на ПК, где большинство игроков ее скачают опять же бесплатно. И пока идет такой ажиотаж, разумеется, они хотят это все доить и просто гребсти бабки лопатой. Я уверен, все именно из-за этого. Многие там писали, что переделывают лицо Элли, сделать ее как в сериале у какой-то актрисы. Кто-то писал, что добавляют в игру сцену из третьей серии сериала. Но это просто бред. Я уверен, что игра уже готова. Хоть сейчас выпускаем, я уверен, она нормально оптимизирована, нормально работает. Просто, скорее всего, не ожидали такого успеха сериала и, соответственно, не ожидали, что сериал так апнет продажи игры за 40 плюс долларов на консолях. Она там стоит довольно-таки дорого. И, возможно, также не было там четкой договоренности игровой студии с компанией HBO дать выхода сериала, потому что последняя серия сериала планирует выйти 12 марта, а на ПК игра была запланирована 3 марта. И как-то это нелогично. Логично было бы как раз таки, да, выпустить полностью сериал, а потом уже выпустить игру на ПК, чтобы там уконят консоли, ее купили уже на ПК. А пока что, да, игра отлично продается на консолях PS4 и PS5, опять же, продажи там довольно-таки неплохо взлетели, в сравнении с тем, что это вообще старая игра, которая, ну, уже мало кому нужна. После выхода сериала ажиотаж появился, все хотят в нее поиграть, и пока что Sony будет доить вот эту комьюнити именно консольщиков, потому что, опять же, у них есть бабки. И тут не стоит никого винить, таковы реалии наших времен, капитализм, все такое. В общем, ребят, поэтому, ну, ПКшники можете винить только сами себя, потому что вы не покупаете игры нигде. Вы скачиваете в основном игры, ну, большинство из вас скачивает игры с торрента. И, разумеется, разработчикам просто невыгодно выпускать игры на ПК. Короче, друзья, вот такие новости. Надеюсь, я для кого-то прояснил ситуацию, почему все-таки игру перенесли на ПК. Не верьте всем этим слухам тупорылым, что там добавляют каких-то новых персонажей. Нет, я уверен, игра опять же готова, просто немножко стоит подождать, пока нормально, скажем так, игра продаться повторно на консолях. Короче, ребят, ждем 28 числа в марте. Надеюсь, мы с вами все поиграем в эту игру уже на ПК. Те, кто не играл, те, кто играл. Короче, ждем. Надеюсь, больше не будет переносов. А если же они будут, вы об этом узнаете тут же в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Там много чего интересного, новости, разные прикольчики. Ссылка есть в описании. На этом все. Всем удачи. Всем пока, ребят. Пока-пока.